Всероссийский фестиваль авторской песни Валерия Грушина в этом году приглашает артистов и туристов на Мастряковские озера в четверг, 29 июня. Гала-концерт на гитаре пройдет в воскресенье, 2 июля. В этом году фестиваль посвящен 50-летию подвига Грушина. Студент Куйбышевского авиационного института погиб в турпоходе по сибирской реке Уде. Валерий спасал тонувшую семью начальника местной метеостанции. И в программе будет мероприятие, на котором соберутся его друзья, кто вместе с ним учился, ходил в походы, пел. Это и Борис Есипов, который сочинил гимн о маленьком человеке, баллада, с которой начинается каждый фестиваль «Концерт на горе». Программа «Груши», как фестиваль «Любя» называют барды, как всегда, насыщена событиями. Будут работать три концертные площадки. Приедут как известные исполнители, так и новички. Особенно много в этом году молодежи. Специально для них весной проводили бардовский конкурс. Вспомнят, кроме Валерия Грушина, и поэта Евгения Евтушенко. Еще в прошлом году он приезжал на фестиваль со своими стихами. Он написал прекрасные стихи о Грушинском фестивале. Вот одно из стихотворений, его там прочтут молодые совершенно ребята, а заканчивается это стихотворение такими строчками интересными. И вновь на гитару качающуюся на Разинской буйной воде пойду, никогда не отчаивающийся по Грушинским молодой. На фестивале будет работать кинотеатр «Под открытым небом». Приедет театр на Таганке со спектаклем «Флейта позвоночник». Ветераны «Крыльев Советов» сыграют в футбол со сборной мира. Будет где отдохнуть детям и подросткам. Вообще, «Грушу» в этом году организаторы называют семейным фестивалем. Предполагается, что палаточный городок вместит несколько десятков тысяч гостей. Можно будет, как обычно, добираться общественным транспортом, большое количество электропоездов дополнительных вводится, на что просим обратить внимание. Дело в том, что, как всегда, на личном транспорте доехать будет можно, но это, в общем, достаточно сложно. Понимаем, что парковочных мест, как всегда, не хватает, но, к сожалению, мы не можем там огромные парковки предоставлять еще больше, чем сейчас, потому что все-таки это лесная зона. Цена парковки во время фестиваля составит 1000 рублей, а комплексный обед в столовой – порядка 150. Готовить еду на костре запретят, в ходу будут плитки и примусы. И еще одна новость. В год проведения чемпионата мира по футболу Грушинский фестиваль пройдет не в свое обычное время, а с 9 по 12 августа. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.